сейчас в преддверии 80-летия обороны Тулы у меня открыта выставка в третьей библиотеке, посвященная войне 41-45 годы. Там размещены картины, памятные места Тулы и чеканки на военную тему наших русских художников. Хочется пожелать молодым быть достойными старшего поколения отцов и дедов, которые отстояли, защитили мир, в котором вы сегодня живете. Столетия героической обороны Тулы и города Москвы, сегодня я передал в город Воронеж для войсковой части 15-025, которая именуется 108-й Тульский зенитно-ракетный полк военно-космических сил Российской Федерации, передал пьесу, которую написала тулячка, пенсионер и исполнительница романсов Вера Владимировна Березина. Пьеса называется «Подвиг Волнянского». Мы планируем силами детей,
учителей создать спектакль о подвиге Григория Матвеевича Волнянского. И нам бы хотелось, чтобы нам удалось. Ну, а также передавая привет с 80-летием части, которая появилась на Тульской земле, это 732-й зенитно-ракетный полк, и сейчас он 108-й Тульский зенитно-ракетный полк. Хотелось бы, чтобы у нас контакт состоялся, а вообще-то по-хорошему хотелось бы, чтобы к своему названию Тульский присоединила бы часть имени Героя России Григория Матвеевича Волнянского, лейтенанта. Там в части он выдающийся воин, самый отличившийся воин. Там поставлен на Воронежской земле, на территории части, памятник. Там поставлен, находится в первом дивизионе первой батареи. Там установлена коечка его мемориальная. Вечером на вечерней поверке называется имя его первым, что он погиб при Великую Отечественную войну, при борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Это ключевая фигура Тульской обороны. И нельзя умалять его роль вот, для нашей земли. Хотелось также в спектакле сказать, что делаем мы на Тульской земле для того, чтобы увековечить память героя Великой Отечественной войны, лейтенанта Григория Матвеевича Волнянского. Thank you.
состоялось замечательное мероприятие и объединило представителей разных поколений. И мы рады, что тон задавали и являлись примером мужества, любви к родине. Это наши участники Великой Отечественной войны, Лидия Михайловна Глухова. Мы сегодня гордимся, что в одном строю с Иваном Васильевичем, который сегодня герой социалистического труда, заслуженный художник. Это наша гордость. Мы видим педагоги-новаторы, мы видим ветеранских лидеров, мы видим молодежь, которая тянется. И что поразило? Поразило глаза ребят, которые внимательно очень слушали Лидию Михайловну и, главное, с уважением относились к гостям сегодняшнего мероприятия. Я думаю, что таких мероприятий, встречи поколений, связь времен, оно будет постоянно помогать вот, передавать ту эстафету жизненного опыта и мудрости ветеранов для тех, кто вступает в самостоятельную жизнь и от кого зависит будущее нашей России. Тульская земля богата талантами, богата героическими боевыми трудовыми традициями. И поэтому продолжателями этих традиций выступает сегодняшняя молодежь. А наставники являются образцом служения Родине, отчему краю и вот олицетворение вот такой связи поколений. Ну, я бы сказала бы по тульским традициям, на тульской земле. Мероприятие эстафеты поколений очень значимо. Практически подведен итог работе по гражданско-патриотической работе. Наш президент Владимир Владимирович Путин говорил, что будущее принадлежит молодежи. И эта молодежь должна поставить счастливое будущее, построить это будущее. А чтобы оно построило это будущее, молодежь должна быть патриотичной. У нас в Ясной Поляне работает 2 краеведческих музея. Там проводится очень большая поисковая работа. Благодаря этой работе мы собрали более 200 биографий наших ветеранов и создали книгу памяти. Благодаря этой книге в 2016 году в Ясной Поляне было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». Мы сейчас продолжаем поисковую работу. Я думаю, что знать историю своей деревни, знать историю своей малой родины – это очень значимо для молодежи. Зная ее, они любят свою родину и делают все, чтобы эта родина стала краше и лучше.